памятный знак Кругобайкальской железной дороги. И отсюда мы начнем свой путь по ней до порт Байкала. И, надеюсь, пройдем ее пешком. Маршрут где-то 85 километров. Не знаю, сколько дней у нас это займет. Ну все, путь! Ну вот, мы покидаем это место стоянки наше. У нас херачит дождь, поэтому вот оделись в дождевички. Время 9:30. Идем на порт Байкал. Итак, друзья, на станции Мритуй, вот здесь, в отделении связи, на почте, мы закупились провиантом. Тушенка, сайра, печеньки, туалетная бумага, макароны. Вот. Так что ближайших магазинов нету. Либо в Култуке закупаетесь, либо в порт Байкале. А вот в Мариту есть магазин, ну, почта. Так что, если кому пригодится, обязательно заходите. Итак, друзья, мы пришли к туннелю Половинный. Половинный – это самый длинный туннель Кругобайкальской железной дороги. Он в длину более 778 метров. Хоть он длинный, но он просматривается насквозь. Так что вот. А здесь останавливается туристический поезд, и рядом с ним продают всякое для туристов. Мы там взяли настойку на кедре и по пирожку. Пол-литра настойки на кедре стоит 400 рублей, а пирожок большой, в принципе, вкусный, 50 рублей. Это с картошкой и с чем-то, с капустой. Вот, по 50 рублей пирожки. Так что вот. И тут же рядом внизу у озера мы отобедали. Все, идем дальше, в Половинный. Ну вот, прошли мы 20 километров и решили остановиться уже на ночлег. Хотя время всего 4 часа, но мы все вымокли, ноги особенно. Все мокрые насквозь, носки хоть выжимай. Так что решили остановиться, посушиться, погреться. Ну и жизнь ночевать, потому что-то мокрым уже надоело ходить. А так вот, смотрите, какой у нас вид здесь. Вот. Прогулялись до ближайшей станции, она же маленькая деревушка, там живет 5 семей всего. И вот они к проходящим туристическим поездам, он здесь, кстати, останавливается не так далеко, продают всякое. Мы купили стаканчик меда, вот, сейчас будем есть чай с медом, и пирожки с ревнем. Пирожки стоят 30 рублей, а вот такой стаканчик меда стоит 50 рублей. Ну вот, как раз на сегодня и на завтра на утро нам хватит. Эх, классно. Итак, друзья, у нас ужин. Вот, смотрите, что мы едим. Опа. Короче, тут у меня греча с тушенкой, которую мы купили в Мангутае. Вот, потом сниму вам банку, покажу. И еще у нас вот что есть. Кедровая настойка. То, что мы купили. Ну и вот, для согрева по сегодняшнему мрачному хождению самое то. Все, приятного вам аппетита. Пока. Ну что, подведем итог сегодняшнего дня.
Но за сегодняшний день мы протопали 21 километр. Меньше, чем вчера, зато запарились меньше. Но зато сегодня мы шли целый день при дожде и промокли. Промокли ноги. Ноги промокли пипец как, аж хлюпали. Носки хоть выжимай. Ну все, в 4 часа стали лагерем здесь. По дороге купили пирожков, купили кедровые настойки. Немножко попили сейчас я для сугрева. Также купили здесь, в поселке Шумихи, рядом, где мы стоим, меда, пирожков с ревным. Покушали, чай с медом попили. В общем, не дали себе замерзнуть. Ну все, собственно, завтра топаем дальше. Всем спокойной ночи.